секунду. Да, хуйню. Ром, выдай Артиксу, пожалуйста, админку, чтобы он мог кикать и банить людей на этом канале, на Ace Powerlds Discord, чтобы он кикал, если вдруг кто-то захочет там хуй достать или еще что-то такое. Ты должен быть вот прям наготове, шаешь? Да я понял, уже держать прицел. Угу. Так, ну тебе должны выдать, нормально. Так, смотрите, чел заходит, за минуту должен меня рассмешить. Я смотрю в экран, вы вебку видите. Если я смеюсь, ну там это судья Артикс еще говорит, насколько я засмеялся, да? Если я засмеялся, значит, человек получает сапку. Все, вот, вот такая вот тема. Ну, выигрывает. Но вы должны быть с вебкой. Ну, или с вебкой, или хотя бы хоть что-то показывать реально. Вот. Все нормально? Так, Артикс, тебе дали админку? Нет, еще не дали. А как мне тебе выдать админку? А, я, наверное, это не могу делать. Хуй знает. Так. Угу. Не, нормально, потом заберем. Нормально, это не опасно. Артикс нормальный чел. Фух. Так, я, наверное, должен... ты вебку включил? Нет. Я почти включил. Так, сейчас, секунду. Алло. А, все. Алло. Так. Наверное, чат надо убрать. Сейчас. Началось, блядь. Нормально. Так. Как только тебе дают админку, ты будешь пересасывать людей сюда. И, собственно, все. О, все, вроде бы дали. А, у тебя да, все, брух, дали. Брух, роль брух, да? А, я пересасывать не могу. Блять. Дай ему возможность, чтобы он еще пересасывать мог из других конф. Так, все. Поехали. Артикс, поставь нормально вебку. Все, мы, ну, будь как профессионал. Да, нормально, все. И сам меня не байт на рофл. Байтит участник. Окей? Да, я понял. Фух. О, все, я могу теперь. Ух. Алиса, сплит 21. Артикс, давай на свой выбор просто пересасывай сюда чела и да. Ну, мы начинаем. Я не буду пересасывать. А, ты таймер, ты таймер на телефоне будешь ставить и всем показывать. А, я сейчас... В браузере поставлю. Зачем в браузере на телефоне, блядь? Показывать да, вебку. Блядь, у меня телефона вебка. А, я понял. Да. Ладно. Вот, таймер. Сейчас он даже выйду. Как у него там мышка двигается? Что ты делаешь? Как ты это делаешь, блядь? Да это ОБС камера. Ладно. Да, сбросить. Ну все, готово. Сейчас. Да. Сейчас захват. Пиздец. Ой. Все, одну минуту ты должен будешь засекать. Ну слева отрежь, зачем вот там... Ёб твою мать. Да я... Тут стрим еще смотреть надо мне. Ладно. Да. О, во! Нихуя! Пиздец, охуенно. Ебать! Отрежь чуть-чуть левую часть, там, ну, ненужная часть. Белая ненужная часть. Да-да-да, во, все. Я понял. Так. И куда-то вниз поставь, вот вниз справа. Да. Нормально. Все, можешь, наверное, можешь пересасывать человека. Музыку я выключаю. Эйки. Ну ты на свой вкус, просто рандомного, чисто рандомного. Да. Так. Привет. А, все, пока. Чё ты вну? Ладно. Оп. Привет, включай вебку. А, чё я-то? Ну, в смысле, ты будешь что-то? А,
Да, сейчас, конечно, сейчас вебку врублю. Ну, ты скажи, когда запускать таймер. Сейчас, запускайте таймер, здравствуйте. Запускай. Я Ольга Бузова. Я, кстати... Я не знаю, что говорить. Можно сказать, Ольга Бузова недавно была в Африке. Вот. И мы всем пабликом культ Ольги Бузовой встречали ее туда. Мы думали, ее то левы... Ой, львы съели все, там. Все, сука. Все, блядь. Все, сука. А? Ну, я... мне уже начало потряхивать. Все, ладно. А, Миляна, вы выиграли сапку, блядь. Вау, спасибо я большое. Со своей хуйней этой, блядь. С Ольгой Бузовой. Да? А вы должны написать Артиксу... не, или Артикс вам должен. Я уже написал. А, все, напиши никнейм, на который надо выдать сапку. Хорошо, все. Всего доброго. Пока. Больше не приходите сюда, да, с вот этим вот пиздец. Да иди ты в жопу. Артикс, блядь, я на тебя смотрю, мне смешно становится. Да я молчал. Сейчас, вот, ладно, это нулнейм. Фух. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотите попасть в шоу «Рассмеши стримера»? А, хотел бы. У меня есть заготовочка, можно продемонстрировать свой экран? Да? Да, но у меня выключится микрофон, ну ладно, да. Да, да, вот. Сейчас экраны, скрин, прямой эфир. Так, все видно? Ну, во-первых, непосредственно... Начинать, да? Да, и... Таймер ставить? Так, все видно, наверное, да? Смотрите, сегодня я хочу показать, как разработчики Майнкрафта создают, собственно, Майнкрафт 1.19. Они делают вот так. Смотрите, создать папку. Они делают вот так. Майнкрафт 1.19. Поскольку, вот, поскольку мы прогрессивное общество, мы закидываем сюда вот это непосредственно, да? Ну, топ. Топ вещь, по-моему. Вот, далее, ну, поскольку мы тоже прогрессивное общество, мы закидываем сюда гея. Ну, гея. Потому что геи, мы же не обзываем их. Вот, гея закидывают тоже. Далее закидываем очень важных людей, таких как вот этот Аллах. Аллах и закидываем тоже. Ну, Доту 2. Для тех, чтобы тоже не обиделись геи, ну, Доту 2. Вот. Геи... Не... До свидания. Пошел нахуй. Да. Ладно, давайте следующего человека. Я его, кажется, с сервера выгнал. Ну ладно, нормально. Ну и нормально. Вот. Съемки. Вот, все. Привет. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Сейчас у него вебка грузится. Ну ладно, там подождем чуть-чуть. Может, есть какие-нибудь концерты? Да. Вон там вот есть. А что-то долго грузится. Да. А вы что-то скажете вообще? Да, видимо, нет. Выключите и включите вебку, а то не, ну, не идет. Алло, не идет. Пошел нахуй, шла на другого. Вот. Здравствуйте, здраво желаю. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я не верю, что я попал на шоу «Рассмеши стримера». У меня есть сразу несколько заготовочек. Во-первых, если утопить котенка в соке добрых, то грех вам не засчитается. Ничего не понял. Вы скажите, когда таймер запустить. Ладно, сейчас, секундочку. Подождите буквально. Извините, я не опоздал? Не, нормально. Ну, вы только скажите... А, нормально? Ну, извините. Ну, вот, сейчас, пожалуйста, можно? Я сейчас веб включу. Вот я, молодой еще бурек. Здравствуйте. Вот вы сейчас сидите... Вот ты сейчас сидишь такой и думаешь... Что он сейчас будет говорить? Вот сидишь такой, вот примерно вот такой вот сидишь сейчас. Не смешно? Пара анекдотов, немного черных, прям как вот этот человек. Если утопить котенка в соке... Ну, блядь, это долбоебы какие-то, реально, запань его нахуй. Да. Сейчас, вот какой-то котик. Привет. Пиздец. Это не котик, это крыска. Это... Ты его забанил? Алло, вставай. Алло, крыска. Ладно. А, ну ладно, Кик.
Алло. Привет! А, здравствуйте. А, подождите, господа. Угу, да-да-да, ожидаем. Только вы скажите, когда начать. Сейчас-сейчас-сейчас, я веб-камеру включу. Угу. Вот, меня видно? Да. Здравствуйте, вот. Начинайте. Ставь таймер. Сейчас, подожди. Поехали. Итак, я фокусник. Во-первых, я не подготовился, да? Я не ожидал, что меня реально примут. Поэтому я взял эту хрень с собой. Угадайте, что это? Артикс, блядь. Ладно. У меня есть мем. Сейчас. Мем. Быстренько. Вот он. Я его подготовил. Говорить занято, когда кто-то стучится в уборную. Громко покашлять. Постучаться в ответ. Срать громче. Завизжать со всей силы. Сказать «входите». Открыть дверь. Блять, ладно, не сработало. Так уж и быть, коронка. Сука! Ел хорош! Блядь! Я с кресла не упал, еблан, что ли? Артик, спеши ему, записывай, никто. Да, ща. Ой, спасибо вам! Ну, вы мастер, видимо, спасибо, да? Спасибо. Все, напишите Артиксу, пожалуйста, спасибо свой никнейм. За стрим. Да. Все. Да. Так. Алло! Крепкой рукопожатие вам. Я вам тоже, я жму, только... А, все, пока. Ты записал его ник, Артикс? Он сейчас, я... Блядь, Артикс, я на тебя смотрю, нахуй, я больше от тебя смеюсь. Да я не пытаюсь смеяться. Ладно. Сейчас. Есть ник Николай, можешь его позовем? М? Будто на рандома. Чисто рандома. Привет. Алло. Блять, алло! Алло! Ну давай! Пошел нахуй! Да, правильно, Артикс. Правильно. Блять, сидят, пердят что-то, привет. Раз, два, три, жопу подотри. Хорош. Ты там знаешь то, что на них пару кнопкой мыши нажимаешь и просто можешь закидывать? Так это уже был. Так он сказал, что у него типа починилось. А, ладно. Блять, хуйлан. Наёбщик. Сейчас другого. Наёбщик. Алло. Ну, алло, блять, пердуны. Блять. Пиздец. Ну, ёбаный насрал. Привет. Ну, блять, ну почему? Ну, ебаный, блять. Сейчас... Сэр хуяная просит, давайте его. Я, кстати, у него хотел сегодня для этого шоу забрать вебку. Сейчас. Ну вы скажете, да, я когда говорю. Начинать там таймер? Да. Сейчас, вот так вот. Так. О, не, лучше, знаете, вот так вот. Ща. О, вот так вот. Так, что смотреть лучше? Демонстрацию или... Экран. Да, я демку. Ща. О. Mm-hmm. Так, видите вот эту? Да. Все, начинаем, давайте. Ставь таймер. Блять, таймер. Артикс, какой-то звук воспроизводится? У него звук не воспроизводится. Ну у него звук не... Рекламная пауза, ребят. У тебя... Блять, как сказать? Да блядь!
Да, блядь. Хуйня. Алло, звук не воспроизводится. У него не воспроизводится. Ты слышал звук у него? Нет, он молчал. А, ну все тогда, пока. Я буду спокойно. Все, ладно. Не смешно. Нет. Он у меня скин украл, смотри, у него на аватарке скин ворованный. У, бля. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы попали в шоу «Рассмеши стримера». Скажите, когда будете готовы и когда запускать Понятно. Таймер. Мне экран смотреть ваш, да? Да, да. Да, таймер. Что-то происходит? Чел, ты бот. Пошел нахуй. Да, нормально, нормально, Артикс, нормально. Ладно, нормально. Возьму чела с ником Плинтус. Ладно, так, Плинтус. Где-то я его видел, кстати, не в первый раз вижу. Ну ёбаный пиздец, ну вставай нахуй. Подъем! Еблан. Алло, он говорит что-то, он что-то говорит, алло. Я тут. Здравствуйте. Так, сейчас. Скажите, когда готовы будет. Ебать, мне повезло. Да, готов. Собственно, да. Артик, запускай. Хотел показать свой код. Блять, рассыпалась, сука. Кстати, оскорбил. Ну. Сука, рассыпал по клавиатуре. Сейчас. Тряпка. Ну, в принципе, хотел передать привет своим маме, папе. Блять, папу жми, сука. В принципе, все. Ну и хуйня, пока. Блять. Артикс, ты такой злой. Да, блядь, почему на не нахуй? Понятно. Чел, ну, чел. Ну он токсик, да, я согласен, Артикс токсик. Нет, просто надо смешно показывать. Все, Артикс, давай, да быстрее. Да не надо, блядь. Все. Ты зачем булишь человека, блядь? Опять ты жабу эту добавил. А, по-дружески, ладно. Он сказал, что мне забагалось. Да, по-дружески все можно. Ладно, давай, жаба. Не, я, блядь, я чуть еще... не заржал из-за того, что он там что-то ходит, и у меня начинает сверло сверлить. Это почему-то вот прям, ну реально, что это такое? Это я. Алло, здрасте. Ой, привет. Здрасте. Ну вы должны сказать, когда вы готовы. А, да? Да. Сейчас я вебочку. Привет. Хочу передать... А еще не работает вебка. А вы выключите и включите опять. Хорошо. Все равно не работает. Сэр, приходите к нам еще на одно, ну потом на шоу. Кикать его. Да ну. А, вот, загрузилось, загрузилось. Да. А, одна картинка. А, здравствуйте. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы для начала передать. А, ладно, неважно. В общем, мы мужчина. В жизни должен сделать три вещи. Вырастить дом, посадить сына и построить дерево. Смейся, пожалуйста. Да, ну, сука. Все, Артик, записывай. Спасибо вам большое. Сука, мои шутки украл с прошлого шоу. Ну вам сейчас напишет Пока. Вот этот Артикс, до свидания, да. Вам сейчас Артикс напишет, напишите ему ник. Блять, хорошо, почему пока. Я такой изич? Да. Артикс, блять, ты можешь не корчить рожь, блять? Отвернуться. Нет, ты сидит, ну ты как комендант или как это называется, сиди, ну ты... Блять, ты меня сливаешь. Алло. Реально. Алло, да здрасте, вы готовы? Когда скажете? Меня хорошо, меня слышно, да? Да, хорошо да. Вас слышно. Хорошо, значит, сейчас подрубаю камеру. А когда где запускать? Я скажу.
Артикс, еще не запускай. Когда скажет, тогда запускай, блядь. Майка, топ. Запускайте. Всем привет, всем хай, пацантре. Короче, рассказываю. Сегодня я снял ТикТок с голой женщиной. И меня забанили, понимаете? И это же нормально. Да сука! Блядь, Артикс, я тебя уволю нахуй! Ну что это, блядь? Ладно, сэр, вы можете дорассказать что-то, но вы уже как бы... Ну, у меня там... Ну, рассказывай дальше, да? Да, нет, вы хотите... Я подготовил. Ладно, давайте. Хорошо. Меня забанили за ТикТок с голой женщиной. Хорошо, ладно, давайте по Некселю. Значит, сегодня мне пишет Андрей Остер. Он меня спросил, как я так быстро похудел. Я сегодня заглядываю к нему на стрим. Он там жрет тазик оливье, вы понимаете? Ну это пипец, просто... Все, у вас минута прошла как раз таки. Все, Артик, записывай, спасибо. Всего доброго. А, что вы хотели? Привет, Бен. Стойте. У меня и так есть сапка, подарите ее рандому. А, ну тогда прямо сейчас. Он пиши. Не, да я же сейчас рандому прям выгружу. Все, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Так, сейчас по центру, пока. Сейчас. До свидания. У меня подбородок сам трясется от смеха. Фу, блядь, ты такая руина, ты пиздец руина, блядь. Я на тебя смотрю, и все, у тебя там реально, ну, ты трясешься весь, блядь, смешно. Так. Все, что ты там, готов, нет? Да, сейчас, о, иду. Здрасте. Привет. Все, сапка пошла. Алло, пока. Алло, здрасте. Вам скажите, когда вам запускать таймер. О, добро пошло. Сейчас, да-да. Алло. Да, здравствуйте. Сейчас, во, я тут. Здрасте. Ебать. Это, сейчас. Короче. Ай, больно. Ай, больно ударил. Это посмеялся больно. Я хотел вот так вот, типа, быть. Вот, а потом, короче, взять и... Так, а какая разница? Таймер! Ладно, сейчас, разрывнуха. Алло! Алло! Алло. Алло! Ай, как больно смеяться. Алло! 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 Ой, выпало. Алло! Передаю привет Савёнску. Алло! Алло! Минута кончилась! Алло! Ты там какой-то момент не дожал. Там можно было как-то дожать и еще что-то вкинуть, но не дожал чуть-чуть. Да я просто, ну, такой захожу, а тут вот то, что я просил давно, поэтому не успел. Очки, кстати, ну ладно, крутые, нормально. Да? На резиночках. Ну, всего доброго. Ну что, блин? Ну давай, пока, бля. Пока, нет! Привет! Алло, нахуй! Блин, может они как долго грузятся у них, но по-моему... Алло, это... здравствуйте! Сейчас... О. Так, скажите, когда вам запускать таймер? Здравствуйте, я хотел сначала представиться, я Абалуни. Запускайте таймер. Ну, я не знаю, на самом деле, что шутить, я по приколу сюда зашел, вот. Атрикс, а что ты ротик закрываешь? Че, мама все заходит? Ладно. Ну, неважно, ладно, я сразу начну, сразу с...
уже так легко, ребят. Блядь, это было мега легко. Блядь, такая тварь, сука. Ну все, это... дайте рандому сапку, подари. Ладно, рандому, хорошо. Все, давайте, чел удачного хорош. Шоу. Ай, блядь, ну какого хуя? Ну я именно этого и ждал. Я знал, что он именно это сделает, блядь. Пиздец. Пошла сапка. Ух, ладно. Так, есть у тебя... Ух, разрывная. Так. Да пиздец, блядь. О, самый гений. Почему? А. Кто Рим? Это? Алло, здравствуйте, Орден Карла. Здравствуйте. Вы будете участвовать в шоу «Рассмеши стримера»? Нет. Ладно, окей. Окей, окей. Ладно, давайте вот этого. Это кто? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, вы хотите участвовать в шоу «Рассмеши стримера»? Подождите. Конечно. Угу. Скажите, когда запускать таймер. Блять, когда говорят, тогда только таймер запускай, блять. Запускай вот что-то с вебкой. Запускай, запускай. В общем, я, ну, популярный художник. Вот мои рисунки. Я прям, ну, популярный. Смотрите, я сейчас вас нарисую. Так. О, почти получилось сейчас. О! О, смотрите, вот первый. Ё-моё. Вот первый. Да ё-моё. О, похоже? А вот второй ещё. О, получилось почти. О. Да ё-моё. Во-во. Похоже? Да. Как у вас вообще дела? Таймер вышел. Надо было раньше начать жевать, я думаю. Надо было раньше это делать. Фух. Жуешь смешно. Чел, хорош. Смешно жуешь, да. Все, давай, пока. Да, удачи вам. Да, до свидания. Там, пока. Блядь, так смешно жует. Он должен был раньше начать жевать, блядь. Да. Фух, так. Ты тоже аватарка была уже 10 раз. Ты одних и тех же добавляешь? Нет, блядь, это разные. А, ладно. Ладно, тогда окей. Сука, почему-то половина нахуй замученные. Так. Алло. Алло, здрасте. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, минуту дайте подготовиться. Сейчас, сейчас. Артик, не закрывай рот, так смешнее все равно. Вы скажете, когда запускать таймер? Начинайте. Так, здравствуйте. Я, получается, охотник. Ну, сейчас я... Что-то умею в рисовании, но попытаюсь что-то нарисовать вас. Вот, Артикс, вот вы вроде... Сколько вам? 0 лет? Да ну сука! Чел, блядь! Кстати, зацените, зацените непосредственно шкуру волка. Охуенная. Охуенная. Блядь, ты должен был вот именно вот так начать, типа. Фух, ладно, вам напишет Артикс. Да, а я, подождите, Альберт. Нет, я хороший человек, я бы хотел, так сказать, передать спонсорку, ну, кому-нибудь такому рандомному челику, ну, вот, абсолютно, угу. Классному, классному пацану. Вот. Какому? Блин, ну, удачи вам. А, ну, ну давайте, давай. Знаете, вот, пусть третий чел. Какой третий? Ну, я вот, вы мне скажите, в просто, какой момент... Просто три. Просчитай три и скажи раз, два, три, и все. Выдавай этому сапку. Не, давай так, смотри, у меня сейчас... ты должен сказать, в какой момент мне нажать на кнопку «Приобрести». Алло. Три, ты... все, давай, давай. Блять, а. Еще раз. Три. А? Раз, два, три. Все, нажал, есть. Молодец.
Все, нажал. Все. Все, давай. Ну, получается, всего доброго, всего хорошего. Пока. Все, всем пока. До свидания. Давай, давай. Фух. Так. Давай, поехали дальше. Нет! Здравствуйте, мистер Кирилл Пятерка. Здравствуйте. Такое дело. Я немножко не договорился, но хотел с вами поболтать по душам. Меня зовут мистер Фреси. А скажите, когда таймер запускать, если что. Да, хорошо. Давайте таймер запустим после того, как... ну, давайте прямо сейчас, в принципе. Так. Всем привет. Я скрываю свой... Артикс, привет, это твой фанат. Ты тут? Я не знал, что ты тут. Привет. Привет. Я скрываю свое лицо, простите. Кстати... Ты таймер запустишь? Блядь. Я там что-то происходит на улице. Ну, блядь, делай! Я делаю, Артикс. Я стараюсь. У вас закончился таймер. Да, вы хуя. Блин, как так? Ну, спасибо, что приняли реально. Ну, спасибо, всего доброго. До свидания. Да, до свидания. Проходите с нормальными шутками. Да. Угу. Фух, Артикс, ты, блядь, ты чуть не заруинил. Я чуть не заржал из-за тебя опять, из-за этой трубочки ебаной. Блядь. А так бы ему бы пришлось сапку давать, ну. Это тюльпан анальный. Давай, давай, давай. Ладно. Здрасте. А у него вообще наушники выключены. Блядь. А, во, алло, здрасте. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Я, знаете, ну, как бы вот зашел. Секунду, сейчас я настрою кое-что. Uh-huh. Таймер 15 секунд запускайте. Супер айдол за шоу! Секунду. Артик, не надо. Ох. Так, здравствуйте, дорогие подписочники. С вами Пятерка. Всем доброго вечерка. С вами Фира Мир. Ой, сопля. Так, ну что ж, сегодня мы с вами будем учить 7 класс алгебра. Ну, ой, меня что-то трясет. Блять, Артикс, я тебя уволю в следующий раз. Ну, все, Лаванка, вам напишет. Вам напишет Артикс. Да ну. Ой, пиздец, блять. Всего покупайте, доброго. Покупайте мерч Фуга ТВ. Да, я вам жму руку. Всем. Ты меня разблокируй, чел, сейчас разблокирую тебя. Не туда. Всем плотные подписочки. Всем плотные подписочки. Фух, блядь. Да, блядь, он охуенно сделал. Не, ну упал он реально смешно, но меня добил ты опять своим лицом, блядь. Привет, Беброчка. Беброчка, вы... Алло, вы здесь? Алло, вставай нахуй! Мама, сейчас, погоди. О, живой. Алло, алло. Алло, здрасте, вы будете участвовать в шоу «Рассмеши стримера»? Да, да, да. Скажите, когда запускать таймер? Таймер, да, сейчас, прямо. Запускай. А с камерой можно? Да, нужно. Что она не работает?
Так, Че за... Ладно. Я думаю, не считается. Привет! Алло, здравствуйте, Дук Форквак. Да, здравствуйте. Здрасте. Ну, вы знаете правила? Вы скажете, когда запускать таймер? Сейчас, секунду, почти готов. Готов, получается. Сейчас смешно будет, сейчас. Блядь, куда... Блядь. Майонез, еба... Ну, блядь, что за нахуй? Хорош. Блядь, что это за хуета? Ой, блядь. Я не слышал. О, все. Вы победили Дак Форквак. Своим оружием ебаным, блядь. Хорош. Пиздец. Я держался последнего. Майонез, блядь. Мать чуть не убила, ну ладно. Ну ладно, вам там да. напишет Артикс, и вы ему дайте свой никнейм, на которого... А можно привет передать? Можно конечно, передать привет? Конечно. Виара, да ты лох. Чего? Согласен. Вы в поп-оп, все, давайте. Все, я всего пока. Доброго. Ну ты... Вот. Конечно, да. Здрасте. Привет. Здрасте, вы скажете, когда вы будете готовы? Да-да-да, сейчас. Можно просто спрятаться под стол и все. Не-не. Ой, извините. Сейчас буду готовым. Ну вы скажете, когда таймер запустить. Окей-окей. Просто у меня тут это проблемки небольшие. Да. Короче, я не могу запустить камеру, так что я пукну. А вдруг это была хуйня, часть шоу? Полная. Вдруг это часть шоу была? Да, блядь, я не сказала таймер. Ладно, хорошо. Вот, хороший ник, Киси-Миси. Аватарка тоже Хаги-Ваги? Топовая. Так Киси-Миси это жена Хаги-Ваги, ты чё? Да, это какая-то жёлтая хуйня какая-то. Ой, оранжевая, ой. Я не помню. А! Здравствуйте, здравствуйте. Алло, здрасте. Вы, ну, ой. Скажете, когда запускать таймер? Да, хорошо, хорошо. Угу. А, я наслушаю, так можете запускать. А вы не будете включать вебку? Я попозже включу. А, знаете, почему в Африке так много болезней? Потому что таблетки надо запивать водой. Смешно. Ладно, тогда подушка зови. Нахуй! Мы такое осуждаем и не одобряем. Пока. Бан нахуй на СП. А, бан на СП. Блять. Может тут, ну, сразу предиктом бан выдадим. Алло. Алло. Блять. Алло. Подожди, я его один не слышу. А, ну да. Короче. Когда запускать таймер? Что? Запускай уже. Я пришел схавать вашу минуту. Ну ладно. У меня заготовка есть. Кстати, мало кто знает, но к
книга и краб — это синонимы. Ну ладно. Сейчас заглянул. Вот это. Ладно, другая. Блин, что? Я реально похавать хочу. Я уйм прошли. Сэр. До свидания. О, а сколько сейчас в Австралии время? А, ладно. Ноль. Да? Здрасте, Windows. Наверное. Алло. Алло. Бля. Он что-то говорит. Подожди, он что-то говорит. Алло, алло, да, здравствуйте. Windows, здравствуйте. Вы будете участвовать? И настал мой звездный час. Вы скажете, должны сказать, а когда меня... таймер запускать. И настал мой звездный час. Да, буду, да, буду. Давайте прямо сейчас. Одну секунду, надо выпить целебного напитка. Флэш называется, если что. Так. Да. Я купил гречу «Красная цена», и это была роковая ошибка. Так, ну я... Блин, этот тест по матешу. Поставь. Сухарик. Так, ладно, у меня осталось 15 секунд. Хочу передать привет моему другу Печке. Собака, быстрее, собаку. Печка 17, привет тебе. У меня 3 секунды. Прозвенел гонг, вы не прошли. До свидания. Наконец-то, фух. Да? Ну, я видел то, что один раз... Ну, тебя могли заготовить. Но ты чуть ржомбу один раз не словил, я так заметил. А, из-за хоть сухарика. Алло, здрасте. Лопи меня. Лопу меня. Здравствуйте. Сейчас все будет. Долетает. Здравствуйте. Скажите, всем, кто на стриме. Здрасте. Скажите, давайте, когда запускать таймер. Хорошо, сейчас. Запускай. Значит, рассказываю анекдот. Гуляешь ты раз по улице, видит осьминога, а считаешь щупальца, а их 7. Нету одного. Кастрировали, подумаешь, Штирлиц. Не смеетесь? Сейчас посмеетесь. Смейся. Ты смеялся, я не смеялся, да? Я Майнкрафт! Офигеть! Бля. Бля. Топово! Залетаю. Все, вам напишет Артикс, пишите ему свой никнейм. Да. Ага. Какой я блок? Интересно. Какой я блок? Разрывная. А вот когда, не знаете. Ну все, я ему отписал, пусть ник напишет. Да. Блять, с Шреком был смешнее в 100 раз. О, Хага-Вага. Ой, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня есть очень веселая история.
Вы, ну, сейчас, скажете, когда таймер запустите. А, вот. Да, сейчас скажу, погодите. Погодите. Так, это готово. Все готово, так. Сейчас. Смотрите. Вот у нас Хагу Вуга и это, Анжела. Но. Топа где? Ой. А, во. Вот приходит наш Том и Джерри. Ой. Том и Бен. Не! Все. Их нету. Они пропали. Стоп. Блять, полный пиздос. Ну и хуйня полнейшая. А что было, я не понял. У него что-то происходило? Я сам не понял, ничего не было. На рабочем столе ничего не происходило? Нет, он просто показал Анжелу. Ладно, хорошо. Наш... Ладно. Привет, ботик слитый. Ладно, понятно. А, ну ладно. Так. Алло, здравствуйте, собачка. Алло, собачка. Ну все. Надо как разбудить его. Хуй! Не, все, таки кондос. Так. Исходы. Здрасте. Здорово. Будете участвовать в шоу «Рассмеши стримера»? Я... Ну, ты помнишь меня, да? Да. Ты скажешь, когда таймер запускать? Бля, я не ожидал, такая честь... Так. Ну, в принципе... Здорово. Знаешь, что есть у дотеров, а у меня нет? Буква Р. Р. Я вижу по твоим глазам, ты сейчас сдаешься. Знаешь, сколько времени сейчас в Австралии? 5:38 А какого хуя, блядь? Чё за хуйня, блядь? Да, блядь, да. Я дожал тебя. Я вас поздравляю. Поздравляю. Давай, увидимся на СП5. Давай. Тебе отцу текст должен написать. Да, спасибо. Да, блядь, такая хуйня, давай. Сука. Пиздец. Блядь, такая хуета, ёбаный пиздец. Сколько у нас уже победителей, Артик? Сейчас посчитаю. Я планировал, ну, где-то 10, типа. Раз. Два, три, четыре, пять. Так, и еще, еще две раздали. Получается, еще три победителя, может быть. Давай. И бушим. Давай. Сейчас, надо попить. Большой дядя. Во. Алло. Здравствуйте. 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 Ну, в принципе, думаю, можно начать, да. Давайте. Да, здравствуйте. Таймер пошел? А, сейчас. Да, все, работаем. Благодарю. Так, здравствуйте, в общем-то, хочу... Для начала, полный декондишн. Можно спеть декондишн? Декондишн. Это ваш сын. Не смешно, ну ладно. Это ваш сын. Пятерка, скажи привет, пожалуйста. Привет. Молодец. А чё Артик смеется? А ему можно смеяться?
Ой, бля. Привет. Ну все, до свидания, получается. Пока. До свидания. Не, в какой-то был момент на грани, прям на грани, блядь, когда чуть он ржал. Не лопнул. Он, когда он ржал, так себе что было? Блядь, ты... Да, блядь, я сейчас чему поскочу. Ну я в ахуе, уже 10 вечера, блядь, какого хуя? Да, блядь, подай в суд. Да? Ладно, подаю нахуй. Да не, это пиздец издевательство, блядь. Сейчас, подожди, подожди, не добавляй. Ну, ладно. Следующего не добавляй, пока я не скажу, чтобы у меня перестали сверлить. Ну, блядь, говори что-нибудь. Да. Вам когда таймер? Скажи, когда нам включать таймер. Ну все, кипит. Ну, блядь. Понахуй. Так, подожди, подожди, подожди. А, чё? Пиздец. Ладно, неважно, давай добавляй, я буду просто микрофон выключать. Сука, уже реально почти 10 вечера. Всё, привет. Алло, здравствуйте, меня слышно. Алло. Да-да-да, алло. Вас слышно. Скажите, когда запускать таймер? Сейчас буквально секундочку я подготовлю. Так, наверное, получше будет. Артик, слышно, как сверлит? Да, все равно? Алло, извините, у меня вебочка грузит, да. Так вы уже были вроде, нет? Я не был. А, ладно. Не похож. Был, не был. Вот смотрите, у меня есть пара заготовочек. Для начала вот можно стартануть, да, таймер уже? Да. Сейчас таймер пойдет. Ну вот, для начала спрошу. Пятерка, когда бункер? Ладно. Когда СП-5? Кстати, ты знал, что сейчас время уже 21:43? Завтра, да? Завтра. Ну вот смотри, а вот что бы ты сделал, если бы ты остался один на необитаемом острове? Понятно. Ну вот смотри, вот ты играешь в Майнкрафт, да? Вот что тебе надо сделать, чтобы ты перешел на основу на другую игру? Что-то ты какой-то неразговорчивый сегодня. Как воды в рот набрал. Кетчуп. Вы все. Извините, да, пожалуйста. Что, ну, всем добра, до свидания. До свидания. До свидания. Да, 20 тысяч надо знатить. О, да, никак лай. В качестве извинений. Да. Николай, здравствуйте. Николай. Здравствуйте, Николай, алло. О, живой. Ну, веб включает, только его не слышно. А, он вылетел. А, ладно, ну, нормально. Ладно. Так, угу. Так, угу. Привет, миньон. Да. Так, здрасте. Здрасте. Угу. Ну, вы готовы? Так, сейчас. Если готовы, скажете, когда включать таймер. Так, сейчас, да. Угу. Сейчас. Включать? Сейчас. Видно? Видно, все хорошо? Все грузит пока. Нет, грузит пока что. Что-то не грузит. А, ты его кикнул? Жан-Поль хуйня. Ты его кикнул? Привет! Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
А можно воспользоваться случаем и как бы прорекламироваться? А вы участвовать не хотите? А, буду. Ну ладно, давайте. А кому не сложно, пожалуйста, подпишитесь на мой крутой Twitch канал. Спасибо. А там СП есть? А, да, там есть СП. Всем привет. Когда таймер? А, можете таймер там начинать. Ну, смейтесь. Вы чё не смеетесь, а? Охренел? Смейся. Ну ладно, пока. Хуйня какая-то. Тебе было смешно? Мне похуй было. Привет, Гуль. Алло, Гуль. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, правила вы знаете, скажете, когда запускать таймер. Сейчас, подождите, пожалуйста. А, здравствуйте. Mm-hmm. А, сейчас, включаем. Включать? А, нет, подождите, сейчас я вам покажу. Видно? Видно, так. Видно. Сейчас грузит. А, все отлично. Чё-то грузит долго. А, ну, сборка друзей. Ха-ха-ха. Империя петь. Продолжим. Милен. Так. Ой, простите. Так, это не то. Ой. Так. Ладно. Ой. А, ну, я люблю, когда высотые мужики обмазывают смысл. Да. Yes. Всё. У вас другие слайды, кроме первого и последнего, не показывались. Вас не слышу, сэр Кирилл. А. Я говорю, у него другие слайды не показывались, кроме первого и последнего. Почему? Да, он... да. А, ладно. Тогда. Не показывались? Не, не показывались. Нет. Ну, всего доброго, пересмотрите, отмотайте. Ладно. Ну, утка почти разрывная была. Почти такой, на грани. Да. Фух. Давай, давай. Ух, сейчас. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы скажете, когда запускать Привет. Таймер? Уже. Я вам хочу показать одно очень важное видео. Постим еще один блок. Что мы делаем дальше? Мы теперь опускаемся на эту штуку. Кстати, ребят, по поводу этой возвышенности, да, вот, как сказать, платформа, на которой стоит, я не знаю, какие здесь размеры конкретно. Я еще буду ее увеличивать, скорее всего, и по бокам, и сзади. Так что забейте на это. Сами определите, какую вам нужно. Хотите, хоть на земле его стройте. Так, теперь мы берем вот эту и вот эту часть. Нам сейчас потребуются ступени из каменного кирпича. Давайте мы проходимся вот здесь, снизу. Кстати, заходите все в компу сабов, пишите там чайком и чатом отвечаем. Не помню сколько. Так, ну давайте, ладно, пока вот сюда довели и все. И сверху точно так же. А меня вообще слышно? Сверху точно так же. Ставим здесь перевернутые ступени из каменного кирпича. Здесь Ё! Точно так же снизу. Пиздец. Ну, до свидания. Не смешно. Она постарается, над шутками советую. Вот, довели и пока что все на этом. Пока. Ну, давайте, ладно. Советую просто поорать и все. Мне так сработало один раз.
А ты участвовал в прошлом конкурсе? Да. Победил? Я выиграл стикеры. Ничего себе. Крутой ты. Крутой. Крутой. Да. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну вы... Я вроде... Скажете, когда запускать таймер? Ой, точно, сейчас, извините. Алло. Да. Сейчас, все другое. Ой. Вот, А таймер когда включать? Чего, кого? А что ты делаю? Я просто этот... Ну, зашел, там видео сидели. Ладно. Так, ну давайте сейчас. Где печенье? Печенья нет. Кстати, ладно. Пойди, что за этот... ну, что за шоу? Что за шоу? У меня там мама, кстати. Что за шоу у вас? Я не пойму. А, я понял, да, на ютубе видел. Размещите. Все, давайте. Ну, запускай мне все равно. Все, давай. Запустил уже? Вот, короче. Чему есть вообще интересного? Хер с тобой. О, точно. Сейчас распаковывать буду, секунду. А у вас уже время вышло. А, реально? Да. А что за шоу, ну, что за шоу было, не понял. Ну, там просто... рассмешить надо было. А-а-а. Да. До свидания. Спасибо, что вы не подняли настроение. До свидания. Охуенно. Да я видел, ты там прям вообще бом-бом. Я бомба. Здорово, нахуй. Алло, здрасте. Бля. Алло, здравствуйте, ебать. Здрасте. Пиздец, сейчас будет полный... Говорите. А скажи, ну, вы скажете, когда запускать таймер? Да, секунду, сейчас настрою. Можете запускать, я сейчас просто охуенно сделаю, бля. Поехали, бать. Блядь, не то, сука. Ебать. Ебать. Блядь. Блядь, ты мне дискорд сломал. Ладно, продолжай. Короче, нахуй. Всем привет, рассказываю анекдот. Короче, на острове обезьяна, феминистка и мужик. И, короче... Спасибо. Есть еще? Пошел нахуй, забанен. Нормально. Вот. У тебя таймер идет до сих пор. Вот. Да. Здрасте, львенок. О, здравствуйте. Ой, подождите, я вас не слышу. Алло, здравствуйте. Вы в Дискорде это тут разговаривают. Все, я теперь вас слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя вебка грузится, да? Ну, вебка пока нет? Грузится. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, короче. Да нет, изображение. Ладно, здрасте. Я тогда вот так сделаю, просто, да. И... в общем, таймер можно запускать, да. В общем, у меня анекдоты, которые я готовил с августа, да? Ну, с августа, прикиньте, да? Как зовут ведущего программы «Голос» на СП? Нагидилов. Как называется логово звезды, где он придумывает свои деяния? Звезда смерти, да. Не смешно, блин. Как называют 69 на фанаты пятерки? Уже крыс. Заходя в хату на вопрос, кем ты являешься, можно на расслабоне ответить об убывающих страхов. Да, блядь, она ему, ну, сука, это не смешно, нахуй, блядь, сейчас я говорю, нормально. Блядь. Ой, блядь. Смейся, сука, смейся, блядь, смейся. Сука, смейся, блядь, пожалуйста, смейся, смотри. Я тебя ненавижу, сука. Смешно, у нас время кончилось, сэр. Всего доброго, до свидания. Блядь, да что, блядь.
Угу. Нормально. Фух. Фух, давай ластового. Вот ластового. Привет, ты ластовый. Ты ластовый, о, секретик. Привет. Здрасте. Ну, для начала хочу спросить, Пятерка, ты помнишь меня? Нет, не помню. Это очень хорошо. В прошлый раз я выиграл, ну, с помощью одной картинки. Теперь у меня их две и одно видео. Таймер. Готов? Ну, для начала хочу показать, как бы, своего друга, вот. Это он. Совершенно друг. А вы где показываете? Ладно. А, ой. Сейчас, секунду. А таймер когда вам запускать? Да, все, запускайте таймер. А, ладно, хорошо. Вот, это я перейду привет своему другу. Вот. Ага. Как раньше не сработало, сейчас надо подкрутить. Вот, смотри. Ладно, ладно. Сейчас. Ну, от этого ты точно не устоишь. Просто, ну... Что это? Атрикс. Ну, помоги. Ладно. Ладно, последнее. Как дела? Засмейся уже. Все нормально, дела нормальные, начали. Ладно. Ну, вы были близки, вы были близки, нормально. Ладно, жалко. Ну, всего доброго, секретик, до свидания. Вам тоже. Ну, нормально. Артикс, давай себе минуту последнюю запускай и пошел. А, я? Да, давай. Сам себе? Угу. А. Ну, как раз у меня сегодня сапка кончается сейчас. Ой, бля, это не считалось. Да похуй. Да похуй, я не буду... Ща... Не могу смеяться, он не слышит все равно. Я выиграл! Нет, еще. У тебя еще 20 секунд. А, ну ладно. Извините, у меня тут по флешку люди залетели. А, да? Ну так бы ты бы победил бы так, если бы под флешку не залетели. Да похуй. А, ну ладно. Ну все тогда, Артурчик, напишешь мне этих список? Список можешь мне написать? До встречи, Нэтанс, Поли. Не, а ты когда напишешь сейчас? Сейчас мне скинь всех. Да, могу сейчас перейти. Давай, 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 давай. Фух, не, нормально, ладно, нормально, прикольное шоу, почему я его раньше не проводил, потому что вообще не надо, блядь, ничего делать, сидишь, смеешься.